В исполкоме Одинцовского отделения «Единой России» состоялось заседание партийной фракции в Совете депутатов городского округа. Парламентарии подвели итоги работы в 2020 году и утвердили план на 2021 год. Руководитель фракции Вячеслав Киреев отметил, что в целом депутаты-единороссы справились с поставленными задачами, несмотря на затруднения, вызванные пандемией коронавируса. Особо подчеркнул, что народные избранники вели активную волонтерскую работу с первых дней пандемии.